внимание, впереди красный. Всем привет, ребят, с вами Егор. Играем в GT-симулятор. Скоростной поезд номер 13. Москва-Берлин. Фирменный стриж. Куда-то ходил. До ковидные, до санкционные времена. По 20 сдох, едем на через 7, а потом на через 8 просто возьмем. Было будет. Сейчас три части у нас поездки. Здесь буду ехать графиком довезем, а потом постараюсь нагнать его до минимума. Вот так вот. Всем приятного просмотра. Так, пробуем тормоза. Опробованы. Машинист электровоза по 13-й поезд. Маршрут с первого пути по состав, путь готов. Сигнал М34 открыт. Заезжаем оперативнее. Без прокатков. Внимание. Белый. Понятно. М34 открыт. Выезжаем на 4-й путь. Вот он, П-20, который сдох. 003.
пункта помните, что железная дорога – зона повышенной опасности. Запрещается переходить пути в неустановленных местах, подходить к рейсам, приблизиться на месте, подниматься на опоры, приближаться или кататься к официальным конструкциям, кататься внимание. Не оставляйте людей без присмотра на посадочных платформах и вагонах поездов. На территории вокзала держите детей за руку или на руках. Разъясните детям правила поведения на железнодорожном транспорте. Обратите особое внимание, что железная дорога – это не место для игр. Уважаемые взрослые, не проходите мимо шалости детей и подростков вблизи железной дороги. Не подвергайте вашу жизнь и жизнь близких вам людей опасности. Будьте внимательны и осторожны. Справиться с этим клубом. Забыл уже. Интересно, пассажир сажает на высокую платформу. Здорово, механики. Здорово. Готовы к продумке? Готово, можно начинать. Сейчас справки наведу. Артем, механики готовы, ты на месте? На месте, босс, открываю. Давай, открывай. Сейчас запишу. Уважаемые пассажиры, при покупке билета на поезда дальнего следования, важно для вас обращать внимание на главную обслуживание. Наличие системы кондиционирования воздуха гарантировано.
Меня долго не было, потому что я был в Крыму. Я там снял два сборника поездов. Поезда на перегоне под Евпаторией и поезда Феодосии. Еще поезда на перегоне под Курском 13 и 14 есть уже. Вот так вот. Короче, после этого 4 видео будут. Это поезда из реальной. Ох, да будем тормоза пробовать. Так, что тут? Там вышка какая-то. А, вот пробовать будем. ЭПТ. Четвертый путь, пробуем ЭПТ. Четвертый путь. Тормоза сработали. Минска строится маршрут в сторону Бреста. Вроде бы он так и называется, Минск-Брест. Вроде до Барановичи достроен только. Можно будет дальше делать сценарий этого поезда. Бесполезно, но можно. А так, вагоны только в тренинг-симуляторе есть. Построить в тренинг-симуляторе маршруты, сделать сценарий. Да, без озвучки, но зато можно. Прям до Берлина, вот так прикольно было бы. Вот надо делать маршруты, брать маршруты. Ну, короче, тяжело это, долго. Сейчас будем отпускать.
связались с Чехом. Нам было бы поздно сказать. Четвертый путь, отпускаем АПТ. Только такие все отпуски. Четвертый путь, есть отпуск. Тормоза сработали. Интересно. Что там за номер? 032 или 062? Или может 012? Брат-близнец клон. Что это отражается? Вот это РБ или как его зовут? Четвертый путь, отпускаем пневматику. Четвертый путь, отпустили. Есть отпуск.
4 по 13, забирай справку. Счастливого пути. Так, да, мы с профессором ходим на нужный. Машинистом 12. Номер поезда 13. Осей 29. Вагон. У нас их 20. Мы пишем 11. Масса поезда 5,7,9 тонн. Вот так вот. Сейчас откроют выходной, блин. Давай, охота вообще, чтобы не выспаться. Машинист 13 на 4 пути, станция Москва-Смоленская. Выходной сигнал НМ4 вам открыт, графиком отправляйтесь. Без прокатку. Машинист 13. Открываем выходной на 4-м пути графиком направляющим. Слева справа по поезду без замечания, сигнал остановки с первого поезда не подается. Локомотив зеленый, выходной с 4-го пути зеленый. Мы распределили весь приготовленным правильным, приборы безопасности включены, графиком едем. Мы сейчас поедем. Фары не буду включать, экономлю.
Выполни. Thank you.
ворам, я забыл, что можно пускать только вторым положением турбины. Теперь будет только вторым. Thank you.
Я добью. Одинцову.
Буду пропускать вас по первому пути на проход. Входной-выходной сигнал вам открытый. Дежурный рейфер. Машина остановилась. Выходной открытый. Бортик поменяет меня. Проходной.
знаешь. Ну, ты на себе. Что это? Ты уже приеду раньше, не скажи мне следующего сценария. Это очень тяжело, кстати, знаете. Если бы сценарий был от Москвы до Минска, маршрут мы поднимем. Ни один компьютер. Нет, мы сейчас откроем самый мощный мировой супер-пикер. И глянем потом. А так, приеду раньше на 10 минут. Сортанул в 0-0, бог мой.
сейчас я отношу к судьбу. Машинист 13-го на приближение к станции Кубинка 1. Принимаю вас на первый путь на проход. Входной и выходной сигналы вам открыты. ДСП Мартена. 12-й, слушаю, по первому пути будете на ходу принимать. Выходной, выходной. Ограничение скорости.
24-й, Париж, Москва.
Это у нас 736 был. Через 6 минут должен быть в Можайске. Приеду ли я играть? Взлетаем, мы должны приехать вовремя. Что
красный.
ударил. И почти 20 километров. Вот он как орел. Жизнь.
5,5 минуту. Don't
Подождите, вы же вначале стучите.
Нет, с туманом не смогут снять. Там все здесь.
конечно, я жду.
13-го Звездня. Принимаю вас на второй путь с неграфиковой остановкой локомотива. Входной сигнал открыт, выходной сигнал N2 для сокращения времени подтягивания вам также открыт. После остановки закрепления состава будете отцепляться и менять локомотив в западной горловине станции дежурный Кузнецов. К сожалению, передний так и приемник снялся.
вот он через 8, на котором мы пересядем. Ну все, ребят, сценарий пройден. Спасибо, кто посмотрел. Всем удачи. Всем пока.